Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу поговорить с вами о расческе семилетки 452. Значит, есть такая же еще и девятирядка. Значит, в чем ее особенность у других семирядок? Значит, данная расческа полностью из дерева. За счет этого данная расческа стоит дороже, потому что, ну, экологически чистые продукты, да, продукт использован здесь, это дерево, в частности, поэтому данная расческа, она стоит дороже. Несмотря на то, что это дерево, она очень легкая. Вот. Значит, данная расческа у нас семирядка представлена, 7 рядов, как мы видим. Вот. Расческа у нас не продувная. Значит, расческа у нас такая вот цветная. Почему? Потому что это у нас здесь ряд антистатики, ряд антибактериальный, да, то есть вот он антибактериальный, ряд антистатики и для усиленного вытягивания волос ряд вот этот сделан. Вот. Легкая, легко ее, собственно, даже вот крутить, если кто-то любит данными расческами, крутить ее как брашинг, тоже можно, не запрещается. Значит, расческу можно использовать на короткие, средние волосы, удобно очень челку хорошо вытягивать. И смотрите, значит, здесь ребро жесткости несъемное. То есть вытянуть вот эту часть прорезиненную, как в других семирядках, да, девятирядках, ну, не получится, вот, потому что оно несъемное. Вот. Ну, вот такой вот маленький краткий вам обзор сегодня хотел вам рассказать о данной расческе. Если же вдруг у вас какие-то появятся вопросы по данной расческе, напишите мне комментарий под этим видео, я вам с радостью расскажу. Если что-то недорассказал. Всем спасибо, всем точных стрижек, всем хорошего настроения. Пока.